Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Сьогодні адзначаецца Міжнародны дзень абароны дзяцей. У Гомелі з нагоды свята адбылося адкрыццё педыятрычнага аддзялення дзіцячай паліклінікі ў 96-м мікрараёне, а ў Вецы з'явіўся новы яслі-сад. Міжнародны маладзёжны форум валанцёраў адкрыўся ў Гомелі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сёння Міжнародны дзень абароны дзяцей. На Гомельшчыне яго адзначылі шматлікімі акцыямі і мерапрыемствамі. Сярод цэнтральных падзей – мітынг на тэрыторыі мемарыяла дзецям ахвярам вайны «Чырвоны бераг». Аб галоўным праве кожнага дзіцяці – праве на жыццё. Матэрыял Алега Сінцюрова. Паказаць болей трагедыю маленькага чалавека не праз самалёты і гарматы, звычайнай школьнай парты. Адзіны ў свіце школьны клас пад адкрытым небам, дзе ніколі не будуць вучыцца дзеці. Усе навучэнцы гэтага сімвалічнага класа загінулі падчас вялікай айчыннай вайны. Колькасць дзяцей, якія сталі ахвярамі другой сусветнай вайны, уражвае. Амаль 13 мільёнаў чалавек. Па сутнасці не стала цэлай краіны. У спісе загінуўшых ёсць і прадстаўнікі Беларусі. На яе тэрыторыі акупанты стварылі 16 канцлагераў, дзе знаходзіліся непаўналетнія. 5 з іх донарскія, прызначаныя для забору крыві для нямецкіх салдат. Дакладна вядома, што вязнямі канцлагера ў Чырвоным беразе былі 1990 дзяцей. На жаль, сёння большасць з іх лічыцца невядомымі. І гэта адна з задач работнікаў комплексу – аднавіць прозвішчы малалетніх ахвяр вайны. Яшчэ зусім нядаўна ў гэтым спісе было 15 чалавек, цяпер каля 100. Конечно, однозначно будем искать. Это ведется очень большая работа. Работа ведется и в архивах, и среди местных жителей, и среди даже, удивительно, тех, кто приезжает к нам на мемориал. Потому что приезжают, иногда говорят о том, что моя бабушка здесь была, мой дедушка здесь был, у меня соседи или знакомые. Мемориал у Чырвоным беразе – один у свете, які прысвечаны дзецям ахвярам вайны. За 10 гадоў толькі ў складзе арганізаваных турыстычных груп яго наведалі больш як 250 тысяч чалавек. Яшчэ каля мільёна прыязджаюць сюды самастойна. Тэрыторыю 3,5 гектара можна абысці за некалькі хвілін, але людзі затрымліваюцца тут на гадзіны. Работнікі комплексу кажуць, што абыякавым не застаецца ніхто. Дзіцячыя канцлагеры, нават сама назва для нармальнага чалавека гучыць як мінімум нелагічна. Дзеці павінны расці здаровымі і шчаслівымі. Задача дарослых – абараніць іх ад усіх няшчасцяў. Урэшце, галоўнае права кожнага дзіцяці – права на жыццё. Я хочу обратиться ко всем взрослым людям на планете, правительствам и президентам с просьбой от всех детей. Сделайте так, чтобы войны больше никогда не было. Мы хотим ходить в школу, играть, смеяться, всегда рядом видеть своих родных и близких. Олег Сентеров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. А ў Гомелі да Дня абароны дзяцей сёння прымеркавалі адкрыццё новага педыятрычнага аддзялення філіяла нумар 2 цэнтральнай гарадской дзіцячай клінічнай паліклінікі. Свае дзверы для маленькіх жыхароў абласнога цэнтра яно адчыніла ў 96-м мікрараёне Навабеліцы па вуліцы Жамчужная, 14. Вераніка Варашыліна з падрабязнасцямі. У Навабелецкім раёне сёння разгарнулася сапраўднае свята. Яно суправаджалася яркай відовішнай тэатралізаванай праграмай і аб'яднала ўсіх тых, каму неабыякава здароўя маленькіх гамельчан. Тут адбылося ўрачыстае адкрыццё новага педыятрычнага аддзялення філіяла нумар 2 Гомельскай цэнтральнай гарадской дзіцячай клінічнай паліклінікі. У зону абслугоўвання ўвойдуць новыя 94, 96 і 104 мікрараёны Навабелецы, а таксама мікрараён Крышталь. Усяго 8 педыятрычных участкаў, якія налічваюць больш як 7 тысяч детей. Всего в администрации Нобелевского района на территории обслуживается чуть более 16 тысяч детей детской поликлиникой. Именно открытие этого отделения позволит обслуживать порядка 7400 человек. И в данном случае можно уверенно сказать, что именно эта тема шаговой доступности учреждения здравоохранения сегодня в городе Гомеле, она будет притворена в жизнь. Церемонія уручэння сімвалічнага ключа, урачысты момант перарэзання чырвонай стужкі. І вось усіх жадаючых запрасілі на знаёмства з новым педыятрычным аддзяленнем. Тут створаны камфортныя ўмовы для знаходжання маленькіх пацыентаў і іх бацькоў. Усе рамонтныя работы супрацоўнікі медустановы правялі гаспадарчым спосабам. На гэтыя мэты з гарадскога бюджэту было выдзелена 4,5 тысячы беларускіх рублёў. Яшчэ каля 30 тысяч выдаткавана на набыццё новай мэблі і абсталявання. Жыхары новых жылых мікрараёнаў Навабеліцы такому сапраўды не абходзяць. Ходному подарунку, до того ж, у кроковой доступности безмерно рады. Очень приятно, что открыли поблизости нам филиал, куда можно обратиться в любой момент, как бы добираться стало ближе нам. Не через всю Белицу уже, через дорогу перешел в поликлинике.
Новое педиатричное отделение филиала номер 2 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники будет осуществлять стационарные выездные приемы участковых врачов, проводить агульноклиничные анализы и биохимичные исследования, а так само заниматься иммунопрофилактикой, або простей кажучи, вакцинацией детей. И мы планируем консультативные приемы хотя бы раз в неделю организовать врачами-специалистами, то есть узкими хирург, невролог, лор. Также еще у нас есть в арсенале переносной аппарат УЗИ и электрокардиограф. То есть, возможно, здесь будем проводить и эти исследования. Записаться на прием до врача у новом педиатричном отделении по улице Жамшужная, 14 Новобильского района можно с допомогой интернет-регистратуры, особисто або по телефоне. У ближайших планах медустановы долучиться до системы электронного рецепта. Меж тем, кроме основного лечения, всем юным пациентам тут будут призначать частей усмехаться, або, как ведомо, бадзёрый, оптимистично настроенный человек худше иди на поправку. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И у протяг темы. Сегодня у Веции после реконструкции отбылось урочистое открытие Державной установы эдукации «Ясли-сад номер 1». На его обновление из областного бюджета был выдаткован 1 миллион 490 тысяч рублей. Двухповерховый будинок площадью больше, как 960 квадратных метров, распрацеванный по проекте, який отказывает всем сучасным потребованиям и санитарным нормам. Детей чекают цалком укомплектованные музычные и физкультурные залы, утульные спальни и гульнявые покои. Так само обсталеваны кабинеты психолога и наставника-логопеда. Есть система видеоназирания. Территория дитя Дитячого садка цалком добраупорядкована. Обновленная установа прыме больше як 60 дзяцей от 2 до 6 годов. Дарэчы, сёлета гэта не апошні проект у районе по реконструкции установ сферы эдукации. В Ветковском районе будет осуществлено еще ряд строительных работ. Это проведение капитального ремонта гимназии. До 1 сентября эти работы будут выполнены. Мы провели ремонтные работы в детском садике населенного пункта Новоселки. Запланировано проведение благоустройства территории детских дошкольных учреждений и школы в Радуге. И надеемся на то, что 2017 год в целом для Ветковского района будет значимым. С этой задачей, я думаю, что мы справимся. Международный молодежный форум волонтеров открылся у Гомелі. Его удельниками стали 120 лидеров волонтерских отрядов Беларуси, России, Польши, Германии, а так само информационного пункта Совета Европы у Минску. На открытие мероприемства завитала и наша здымочная группа. Волонтеры – это особливая супольность, якая приходит на допомогу тем, кому и она потребуется. Гэтые люди не чекают, коли навокольная рачаисность станет лепш. Яны робят это своими руками, поступово и крок за кроком. Волонтерский рух БРСМ «Доброе сердце» дейничает с 2008 года и сегодня наличивает больше за 35 тысяч юнаков и девчат по всей Украине. И он складается с трех напрямков – социального, экологичного и спортивного волонтерства, якое зараз набирает популярность. Волонтером может стать каждый. Главное в этой справе – мотивация и любовь до життя. Чтобы помочь человеку, не обязательно быть богатым и так далее. Необходимо иметь самое главное – желание. Волонтер – человек, который работает бескорыстно и по своей воле. И, как мы всегда говорим нашим ребятам, если у тебя случился сегодня позыв перевести бабушку через дорогу, то ты это должен сделать и сделай добро, оно к тебе обязательно вернется. Наших ребят, почему все больше и больше становится, потому что они сами привлекают к себе таких же. Однако жадание допомогчи – это только початок шляху в волонтерстве. Каждый повинен ведать, как и где применить свои навыки, как принести максимальную корысть. Для этого и проводится международный форум. Самые активные представники руху поделятся своим опытом и формами работы. Тренеры Российской ассоциации волонтерских центров проведут майстер-классы. У программе занятки на тему мотивации и технологии работы с волонтерами, майстер-классы по проектному менеджменту и развитию командного духа. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гэта, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте у інтэрнэце по адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Михаил Садоўскі.